А ты дефицит вот, ну, того, что называется тусовкой, не испытываешь? Вот, у тебя же масса было друзей, ты был такой вот, ну, любимец, как я уже сказал, богема. Этого я... Московской. Это у Салтыкова очень верно, я уж не помню где, что ягода в этом году так дешева, так дешево, ну, так дешево. Даже те, кому вредно, и те едят. Вот это тот был период времени, когда это было действительно так. А потом я, видимо, переел этого в большом количестве, и мне действительно стало жалко времени тратить на это в том числе. Мне, это не значит, что мне... Я с удовольствием встречался с ребятами, и там я многих не вижу, я по многим скучаю, мне многие места какие-то там вспоминаются, я многие вещи жалею, что я сделал так, а не сделал по-другому. Но по большому счету сказать, что я бы вот сейчас с утра до вечера бы тратил на это время... Ну, ты когда в Москву приезжаешь, ты хочешь свои, ну, условно, бывшие рестораны, нет? Ну, чтобы посмотреть, чтобы позлорадствовать. Последний раз, вот я там, мы реанимировали в очередной раз Кафку, и я ходил туда вот там, ну, раза два, наверное, я заходил за год или полтора. С вот инспекцией так. Или как... Ну, мне казалось, что с инспекцией, хотя на самом деле нет, конечно же, ну, так, ну, как, не потусоваться, ну, так, просто посмотреть, как это было, ну, как вспомнить былые времена, не более того. Все другие какие-то вот такие массовые заведения, неважно, в Европе или где-то еще, в Европе хуже, чем даже у нас, это все немножко для меня тяжело. В Европе хуже, чем у нас? Ну, ты знаешь, ну, ты пойди в любой модный английский клуб во время какой-то модной вечеринки. Туда невозможно войти, там невозможно находиться, ничего не видно, ничего не слышно, миллион народу. Да, я действительно практически никого не знаю, это тоже сказывает, ну, как бы накладывает отпечаток определенный. У нас немножко по-другому, но все равно это мне напоминало, помнишь, были времена, когда вот была такая дискотека «Джамп», да? Да, конечно, там да. Вот этот большой вход, и куда протиснуться нельзя, и вот ты вот так себя чувствуешь, как идиот, потому что еще, да, никого не видишь, но при этом очень ощущение большого количества народа. Вот. Мне это никогда не нравилось и не импонировалось. Мне было ближе Сохо, как раз там, где можно было, несмотря на то, что народу иногда было много, но ты точно знал, что кто, ну, ты знал, кто есть кто, ты понимал, как с кем, как нужно общаться. И это такая немножко другая эта тусовка, с одной стороны. С другой стороны, она такая по интересам, но и... я тебе искренне, я вспоминаю, тогда никогда мне это... Потом... Мне кто-то озвучивал, что это мы планировали. Это никто, мы не планировали. Я иногда приходил и видел там, они Жерардо, там, я не знаю, или там Биби Кинг. То есть это не вы там... приглашали, они просто по репутации приходили. Это просто, да, по каким-то причинам там были какие-то люди, которых действительно было приятно видеть, интересно. И не всегда мы к этому имели отношение, я имею в виду, как инициаторы этого. Иногда, правда, так, действительно мы что-то устраивали. И действительно, я сейчас там вспоминаю, там Саша Абдулов покойный, когда они устраивали какую-то масленицу, а закончилось это все. Ну, кто мог собрать там Ричарда Гира, Ван Дамма и там еще пару человек на сцене, чтобы они еще там пели и играли. И ни копейки денег за это никто не получал, и всем было, ну, для фана, знаешь, как, ну, вот хорошо и все. Непонятно и... Ностальгию не испытываешь ты по этим временам? Ты знаешь, испытываю, но это время было другое, Женька. Это такого, я не думаю, что сейчас... Они вот я смотрю, как они это делают. Ну, я имею в виду, они, там, следующие поколения. Это все немножко по-другому. Это все не... Ну, у них другие интересы, у них есть какие-то круг общения, они также общаются, но это все немножко не так, как мне кажется. А может, мы уже стали другими. Может... Это старость. Может вот быть. То, что ты выглядишь на 30, а рассуждаешь на 150. Ну, к сожалению, хорошо, но какая... тело отстает за разум. Надо догонять. Все должно быть гармонично. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».